Сезон паломничества 2024 года будет не похож на другие. В правила исполнения священного паломнического долга внесены изменения. Как сообщило Духовное управление мусульман нашей страны, Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии предложило Казахстану 10 тысяч мест для предстоящего сезона хаджа. Также по требованию министерства места для паломничества в этом году будут предоставлены только тем странам, которые зарегистрируются в электронной системе хаджа и оплатят необходимые услуги до конца декабря. В этом году происходят уникальные изменения. Одна из причин перенаселения. Из-за большого количества посещений Саудовская Аравия предупреждает такие государства, как наша, о предварительной регистрации. Раньше, как вы знаете, мы оплачивали поездку, когда осталось 2-3 дня до выезда. Начиная с нынешнего года, надо предварительно делать бронь. Нужно сдать паспорта и зарегистрироваться. Это очень важно для определения количества паломников. Помимо этого, теперь только 17 турфирм в Казахстане в предстоящий сезон паломничества смогут обслуживать Джамагат, чтобы избежать неудобства. Посетить святые места могут только граждане, зарегистрированные до конца декабря текущего года в одной из туристических фирм списка. Как вы знаете, в этом году Духовное управление мусульман Казахстана разрешает только 17 компаниям обслуживать хадж. Эти компании проанализированы и дифференцированы. Все прошли специальную экспертизу. Только такие компании, обладающие религиозными знаниями и опытом, будут допущены к организации хаджа. Таким образом, те, кто намерены совершить паломничество, должны зарегистрироваться в одной из 17 упомянутых турфирм, говорят представители духовенства, и при этом постараться не попасть в сети мошенников. Даниар Худайбергенов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании.